И с вами вновь Дикий Охотник. Очень-очень давно не виделись на моем канале. Ну, в общем, хочу поделиться с вами своей, так сказать, радостью. Пришла ко мне такая хотелка. Заказал. Вот, приобрел я себе новый лук. Это Bowmaster Joker. Сейчас мы с вами вскроем посылку, посмотрим, что внутри. Заказал, то есть там полный комплект для стрельбы, даже включает плюс 4 стрелы. Вот, кстати, висит на стене мой, уже, так сказать, друг. Это лук, ну, по сути, тоже это лук. Это аналог Джансинг М120, только он леворукий. Ну, с него было добыто не один бобер. Крупного я с него еще ничего не добыл. В принципе, лук стреляет. Ну, я его, наверное, оставлю. То есть, все равно, научившись этим луком, я понял, что лук мне зашел. В общем, и решил приобрести себе что-то поинтереснее. А леворуких луков... В более-менее бюджетном сегменте у нас на рынке, к сожалению, мало. Вот нашел один из них, это лук Bowmaster Joker. Вот пошла посылка. Так, сейчас будем распаковывать. Буду снимать еще на камеру. Не терпится мне самому посмотреть, что же там внутри. Кто получал долгожданные свои хотелки и посылки, думаю, вам это чувство вполне знакомо. Это очень приятное чувство. Наконец-то получить свою хотелочку. Так ведь, ребят? Снимаем все упаковки. Вот, ребята, и открылась нам вот такая красота. Сейчас посмотрю, видно ли в телефон. Угу. Так, ну, это мы видим, что это быстросъемный кивер для стрел. В наличии. Так, все тут прекрасно упаковано. Вот и сам лучок, ребята. Прекрасно. Здесь все установлено, уже прицел. Так, что у нас здесь еще? Да, вот наконечничек открутился от стрелы. Так, ну, в комплекте, похоже, еще и неплохие стрелы. 340-го спайна как раз подходят под блочник. Ну, стрел у меня приобретено, в принципе, уже довольно достаточно. Вот еще наконечничек отпал у нас от стрелы. Так, стрелы. Все у нас в комплекте. Ну, в принципе, вот эти стрелы я, наверное, буду... пробовать пристреливать для охоты. Взвешаем их, посмотрим, сколько они весят.
Так, кистевой релиз. Ну, простой, обычный. Кстати, у меня такой же, но у меня релиз. Я вот усовершенствовал точно такой же релиз. Сейчас я вам его покажу, кстати, ребята. Этот релиз. Вот, был точно такой же релиз. Вот эта вся ненадежная тряпочка, она как бы у меня очень быстро, как сказать, обремкалась. Я сделал вот такой вот, приклепал его просто на кожу. Получился у меня вот такой вот довольно-таки, так скажем, брутальный, прочный на ремешок, кожаный. Кожаный ремешок застегиваем. И получился вот такой вот замечательный релиз. Вот с этим, я думаю, я сделаю, в принципе, то же самое релизом. Только, наверное, я более мягкую кожу подберу, в отличие от того, потому что иногда быстро его не получается застегнуть. Вот. Ну, пока этот походит. Теперь у меня два релиза есть. Так, что у нас здесь? Набор ключей к луку. Так, это пока я не знаю, что это. Будем разбираться. Ну, что-то для подвесов, наверное. Я так думаю, вот винтики и тут что-то. Что-то для подвесов. Так, что у нас идет в комплекте? Вот, крага. Ну, не знаю, крага вроде бы. Ну, тоже бюджетная, конечно. Крага, ну, не знаю, я крагой не пользовался. С того лука я стрелял без краги. Так, крагу убираем. Сертификат соответствия. Все. Сертификат соответствия в том, что лук по закону не является у нас орудием. Фунтаж до 60 фунтов. Ну и, наконец, что мне самому не терпится, это вытащить сам лук. Да, по сравнению, конечно, с моим дешевеньким более луком, этот выглядит более красиво. Уже вижу более, так сказать, серьезно. Вот такой вот у нас лучок, ребята. Вот я его держу в руке. И знаете, я уже в него влюбился. Так, ну здесь у нас... Ну что, в комплекте идет у меня падающая полочка. Прицел на 5 пинов. Прицелчик немножко разболтался. Так, ну, в общем, все это я настрою под себя. Ну, будет все очень-очень хорошо. Прицел здесь поинтереснее, чем на моем луке. Так, а вот это крепление было там для кивера, которое я узнал. Вот здесь кивер крепится. И так, наверное, будет прищелкиваться прямо на прицел. Да, все ясненько. Ну что, можно попробовать потянуть лучок. Виброгасители штатные стоят на лучке. Ролики на подшипниках, модули регулировки по дюймам. Ну, в общем, ребята, все. Вот сейчас я буду разбираться с этим лучком, настраивать его под себя. Прекрасно тянется, мягко. Кстати, очень жесткая стенка
Вижу. И лук уже походу синхронизирован, в принципе. На луке заявлена неплохая скорость. 330 FPS, это 300 грановой стрелой. Ну и что ж, мы его попробуем в деле. А еще что хотел сказать, о, рукоятка у него. Просто металлический упор, больше как спортивная, наверное, рукоять. Я, конечно, еще не так сильно сведущ в луках. Но, в принципе, не знаю. Ну, вообще, вполне удобно, ребята, сидит. Может, зимой в мороз это что-то будет как-то. Ну, я вот уже сейчас думаю, если вдруг просто металлическая рукоять такая жесткая мне будет неудобно, то я... Ну, я что сделаю? Я сюда ее обмотаю просто кожей. Так, ребята. Вот он. Мой новый лук. Выехал я на природу. Приехал здесь, погнали мы скот на выпаса, и я решил совместить, как говорится, полезное с приятным. Пристрелять, наконец-таки, лук. В общем, я пока настроил прицел чисто интуитивно. По стреле, по центршоту. Но сейчас мы постреляем, пристреляю вот филдами. Потом у меня самодельный вот такой шокер. Тупой, я именно им хочу. У меня есть шокеры, конечно, настоящие. Но вот я пристреляю пока вот этим наконечником именно. Мне нужно так. Ну и Broadhead X5 после филдов. Его отстреляю. Итак, прикрутили стабилизатор. Сейчас возьму релиз. Вот у меня доработанный вот такой вот релиз. Сделал я его на прочный кожаный ремешок с пряжкой. Сейчас пристегнем. И пойдем отстреляемся. Так, обычный филд. Стреляю по красной пробочке. 20 метров. Посмотрим сейчас. Правда, небольшой дует ветер. Не знаю, как будет. Сейчас две стрелы отстреляю сразу. Я сейчас эту немножко дернул. Так, ну, результат какой-то не очень, почему-то разлет. Но это я. Верхнюю я увел сам. Так, стреляем еще раз. Пробочку. Вот, сейчас вижу. Угу. Сейчас нормально. Почти чуть выше, чуть левее. Ну, в принципе, сейчас посмотрим, может быть, это под пробку брать немного. Она даже так будет. Угу.
А, ну, все, в принципе, ребята, пойдет. Это вот мой огрех, я немножко увел. В принципе, можно считать, пока пристрелку законченной. Так. Просто немного ветер еще боковой. Поэтому я сейчас не буду дергать больше прицел. Сейчас постреляем. Сейчас стрельнем бродхедом. Посмотрим, насколько. Так, стреляем. Вот. Бродхед X5. Кстати, об этих бродхедах есть ролики у Кости Мазилы. Ага, вот. В принципе, он говорит, что бродхеды неплохие. Я смотрел этот ролик, там они летели у него неплохо. Ну, возможно, эти бродхеды не кондиция немножко. Я вот проверял, есть немного биения. Поэтому отклонение у него все равно будет. Вот еще у меня здесь перышко, блин, немножко замятое. Так, выстрел. О, что интересно, бродхед этот немного тяжелее филда. Я думал, он пойдет ниже, а он пошел выше и немного левее. Я сейчас, не трогая прицел, просто по целику откорректируюсь. В принципе, вот этот результат уже достаточен для охоты на солонце. Это уже по убойному месту копытному можно попасть. О. Сейчас еще раз выстрельнем. Вот теперь пробочка, ребята. Ну, вот видно, немного левее, но, короче, вот бродхед рассек пробку. Ну, в принципе, ясно тоже с бродхедом стрелять. Можно. Ага. Бродхед у меня остался здесь. О! Инсерт вышел, ребята, выпал. Ну ладно. Потом вклею дома. Так, сейчас отстреляю вот таким вот шокером. Это я сделал для охоты на мелких зверей и птиц. Нет, у меня есть настоящие шокеры, но я сейчас именно хочу вот этим, таким молоточком отстрелять. Стрелять буду вот прям по бутылке. Отойдем вот туда наоборот. Ну, примерно будет у нас те же 20 метров. Ну, в принципе, для охоты, например, на сусликов. Вот здесь они есть, правда, сейчас дождик идет, погода не очень. Поэтому как-то так. Прекрасно, ребята. Полетело куда нужно. Все. Бутылка в дребезги, стрела, вот она. Просто все идеально. Бутылка в дребезги. Попал прямо. Стекла я потом здесь все соберу.
если кто-то будет говорить, что я загаживаю стеклами природу. Хорошо стоит, я либо сломаю стрелу об него. Опа, ребята, я попал по нему. Это был четкий выстрел. Вон он дрыгается. Расстояние приличное. Стрелял вверх. Ага, вон она стрела. Попал прямо ему по голове. Прямо четко. Вот она стрела. Ха, интересно. Добыт, ребята, суслик из лука. Ну вот так. Видите, даже можно добывать мелких зверей. Кстати, они очень вкусны, вот таких штук 6. В небольшую мини-коптилку для горячего копчения. Просто объедение.